Приветствую вас, друзья! Сегодня я закрываю свой гештальт по первой рыбалке на Москва-Сити. В прошлый раз не получилось, меня согнал дождь, гроза, ливень. Надеюсь, сегодня будет лучше. Сегодня не обещают дождь, солнышко весь день, жарко до 25. Но ветер, опять ветер, поэтому не знаю, получится, не получится. И вообще, как с голавликом будет. Так что наблюдайте, надеюсь. Хотя бы окунька я поймаю. Какая-то рыбка интересовалась тейлспиннером. Еще кусок, еще побольше, крупнее, почти с того же места. Тейлы работают. Бесполезно. Они видят. А? Они видят. А, видят, да? И вас видят. Да. Ах ты. Спиннер прямо там. Такой окушок хорош. Есть.
Так. Кто-то. Ок. Такой вот мелкий. Your friend, you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong. Перешел на другую сторону. Здесь, конечно, похуже. Та сторона солнечная была. Эта сторона более в тени. Вот. Уже прошел достаточно большой участок, где, в принципе, возможно поклевки, но нет, с головлем до сих пор непонятки. Головля видел, но совсем мало, несколько штук всего. Обычно здесь очень много головля вижу, прям десятки. А этот вот год начинается непонятно. Кусок. Большой голавлик, ну как, 525 грамм, но пойман в городе, поэтому очень даже он классный с моей точки зрения. Микротапи сработал, с ним случилась беда, я вынимал крючок, и он сломался. Тут, конечно, заменить крючок не так просто здесь. Висюльки. Попробую с двойником половить. Тоже, наверное, выдержит, но ладно. Ну все, я собрался. Пошел к метро. Думал, если честно, до последнего буду ловить окуней, как обычно. Но получилось, как получилось. Первый голавль в городе. До этого я ни разу не ловил, поклевки у меня были. Но поймать не удалось. А вот сегодня все свершилось. Я как и думал, это нужно попробовать головля ловить сначала в других местах, а потом уже с багажом приходить в город. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until